В общежитии Челябинской академии культуры загорелась одна из комнат. По одной из версий, вспыхнули старые вещи. Пожарные эвакуировали студентов и успешно ликвидировали пламя. Не обошлось и без съемки на месте ЧП. Очевидцы наблюдали за тем, как быстро распространялось пламя из-за оперативной работы спецслужб. Все сейчас извлекать будут оттуда. О ком говорит голос за кадром, осталась загадкой, ведь по официальной информации всех людей из здания вывели. Сообщение о пожаре поступило в разгар рабочего дня. На вызов приехали больше 5 единиц техники. Возгорание обнаружили в одной из комнат на 6-м этаже 1-го корпуса. На площади в 6 квадратных метров горели старые вещи. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Количество эвакуируемых в ходе ликвидации пожара – 60 человек. Пожар полностью ликвидировали, все помещения проветрили.